Жители домов номер 2 и 5 по улице Комсомольской долгое время жаловались на глубокие ямы в их районе. Сколько подвесок было разбито. Но в один прекрасный день 18 сентября один из жителей поделился проблемой на портале «Управляем вместе». Ранее на этом участке были опасные ямы, препятствующие проезду машин. Спецавтохозяйство города Березники выполнило работы в короткий срок. Теперь ямы выбоин нет. Проект «Управляем вместе» был запущен в 2017 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. С каждым годом все больше проблем нашего края решается именно с помощью этого портала. Пермский край меняется, и люди видят позитивные изменения здесь и сейчас. Когда к нам поступает обращение на «Управляем вместе», да, то есть мы его открываем, анализируем, что конкретно там, какая проблема, то есть кто ответственный там, чья территория, например, если это касается по мусору, если это по открытому люку, то чья это сеть. Направляется сразу сообщение непосредственно владельцам или кто ответственен за содержание и уборку территории. В прошлом году для самых неравнодушных жителей была создана система поощрения за активность. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал идею создания программы лояльности и призвал жителей активнее пользоваться порталом. Активность на портале высокая. Люди проявляют заинтересованность, и нам необходимо это поддержать. В наших силах сделать добровольное участие в проекте и полезным, и приятным. Полезным, потому что улучшается окружающая среда. Приятным, потому что за активность человек может получить приз. Вместительный рюкзак, свитшот, портативное зарядное устройство, термос и другие полезные призы вы можете получить за свою активность. Баллы начисляются автоматически всем пользователям за обращение, участие в голосованиях и идеи по развитию края. За заполнение профиля можно получить 10 баллов, за первое опубликованное сообщение – 18, предложение идеи или подтверждение решения проблемы – 6 баллов. Подробную информацию можно найти в личном кабинете на сайте «Управляем вместе». Ознакомиться со всеми товарами магазина на поощрение и узнать информацию об адресе доставки можно по ссылке. Ксения Калугина, Сергей Антонович, новости Верхнекамья.